Одинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Кириллова. Мужчина обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку. Установлено, что 12 июня 2021 года Кириллов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь около подъезда жилого дома, на почве произошедшей ссоры с Карповым, решил совершить убийство последнего. Кириллов, используя имевшийся при себе газовый пистолет, относящийся к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения, с возможностью стрельбы патронами с резиновой пулей, умышленно произвел один выстрел в упор в голову Карпову, чем причинил огнестрельное ранение головы. Карпова медикам спасти не удалось. Он скончался в тот же день, 12 июня, в больнице. Обвиняемый свою вину в содеянном признал. Искренне раскаиваюсь, признаю свою вину. Я не хотел, что вышло именно так. Государственное обвинение в суде поддержано первым заместителем прокурора Московской области Ганцевым Андреем Васильевичем. По итогам рассмотрения уголовного дела 15 сентября 2021 года Одинцовским городским судом в отношении Кириллова вынесен обвинительный приговор, согласно которому Кириллов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Андрею Кириллову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».